Штатами. Башка, мы сейчас увидим, свалили на Миколе. Мажет в первой попытке Микола. Не так, конечно, ситуация, когда нужно мазать. Ну да ладно, начало встречи, возможно. Все наладится к концу, второй тоже мимо. Ярбус вновь. На мяче скидка, ваут. В ауте никого нет. Плохая передача. Видно, что все эмоции, похоже, полуфинале отдали команды. Совершенно верные мячи не забивают. И вот так вот теряют на ровном месте, не забивают из-под кольца. Да, безобразный баскетбол мы сейчас наблюдаем. Очень низкого качества. Арбуз мячом. На бычка. Выпускайте бычка. Промах. Кола из-за дуги будет пробовать. Забивает. И победный жест показывает. Арбуз делает скидку на зуба. Зуб непривычная для него дистанция. Ну, поближе бы на метров 6, на 7. Но все равно бросил треху, не забил. Проход от Слима, ну, который промах из-под кольца. Дэнни получает банан. Микола. Есть еще одна трех от Миколы. Включился в игру. 6-3. Много брака, но не от Миколы. Фол. Зафиксировали судьи. Два штрафных броска мы сейчас увидим. Промахивает в первом пытке зуб. Вторая тоже мимо. Олень! Как жестко они свалили, просто связали там руки. Первая цель команды Blazers. Команда Blazers впереди 7-3. Зуб с мячом. Попадает арбузу. Тот пытается сквозь лес протиснуться, получить мяч в корзину. Плюс 2. Арбуз явный лидер своей команды, но немножко не хватает. Какая абсолютно для арбуза средний. Проваливается лепешка в корзину. Убегает быстрое нападение. Команда Кавс промахивается в быстрое нападение, но все-таки удалось протолкнуть с мясом туда мяч. Виталий Микола не мажет. Он 3 из 3 у него и сразу же
сразу же тайм-аут берет команда КАС, небольшая пауза, и мы вернемся. Продолжается у нас утешительный матч. Матч за третье место. Команда КАС проигрывает 3 очка. Плохая передача. Здесь не удалось сохранить мяч. Зуб с мячом. На Дэнни. Прошу прощения, на Арбуза. Там Дэнни борется. Удалось бороться. Арбуз не забивает. Команда Блейзерс устремляется быстро на падение. Микола на противоходе. Вручили Зуба. Минимальное преимущество для Blazers. Промах здесь. В отборе олень. Не решается. Насадь Никола решается. Промахивается. Нет, это... Бросок какой, но залетает мяч в корзину от команды Blazers. Плюс 3 они сейчас. Арбуз пытается в одиночку что-то сделать. Не получается, мяч уходит в аут. Да, очень потерянным. Очень потерянным выглядят игроки. Команды КАВС сейчас фолят. Пятой команды ФОЛ. Два штрафных броска мы сейчас увидим. Нет, это четвертой команды ФОЛ. Один. Мяч играть. И проход на концо шикарный. От Миколы два очка есть. Плюс пять. Арбуз. Фолом, ну как? Судьи не видят, арбуз в нож. Есть два очка. Да, Микола что-то невероятное творит. Поймал свой ритм, поймал свою игру. Забивает еще два очка. Увеличивает преимущество своей команды до... Зуб прорывается под корзину. Сложный мяч. Арбуз там борется. Пустил готов воздух, но Зуб помогает. О, фиксирует судьи. Микола хорошо отрабатывает. Важно будет броска исполнять. Засасывает кольцо этот мяч. Первая попытка точно в цель. Второе также попадание. 20-15 еще становится. Концовка первой половины не за горами. По атаке еще, я думаю, проведут обе команды. Зуб играет с арбузом. Нет, в итоге сам. Промахивается. Микола рвется под корзину.
Ой-ой-ой, Микола в огне, 2+1. Парень очень хочет бронзу. Но на подборе олень. Но неправильное решение принял совершенно. И Дэнни промахивается с кольца.